Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы представляем видеообзор розы сорт Palais Royal. Это клаймбер, плетистая роза. Была выведена в 2005 году французской фирмой Milland. Сейчас показано видео сад наших друзей. У них эта роза 3 года, третий сезон растет. Ну и они, в общем-то, ею очень довольны. Роза вырастает очень больших размеров, ну, заявлено до 3,5 метров. У нас в условиях Подмосковья в основном 2-2,5 максимум вырастает эта роза. Очень нежные и красивые цветы у сорта Palais Royal. Они белые, с кремовым оттенком, и центральные лепестки нежно-нежно-розовые. Многие приобретают эту розу в пару к сорту Pierre de Ronsard за счет того, что у них, ну, довольно-таки похожи цветы, тоже очень мощные кусты, только у Pierre de Ronsard более розовый, такой насыщенный цвет, ну, бело-розовая с более розовым. Листва тоже здоровая, красивая, очень крупная, темно-зеленая, блестящая. Ну, здесь видно, что вот обрабатывалась профилактически, поэтому пятнышки небольшие на листьях. Еще для плетистой розы у Palais Royal очень крупные цветы. Когда она распускается, диаметр достигает до 13-14 сантиметров. Это наш розарий. Здесь в клумбе высажено 4 куста розы Palais Royal. Все они выгнали довольно мощные за пару месяцев ветки. Кусты мощные, но не очень широкие. Все сильно облиственные, но цветут на концах побегов. Пришлось их поставить вот так вот на обелиск и связать все 4, подвязать все вместе. В принципе, достигнут эффект одного куста. Но почему так происходит? Дело в том, что мы обрезаем каждый год на осень сильно эту розу. Да и плюс она еще может подмерзать довольно сильно. За счет этого, после того, как она весной восстанавливается, она очень хорошо отрастает, очень быстро и мощно гонит побеги. Но цветут эти побеги только на концах. Те, кому не надо обрезать розу, лучше оставлять длинные ветки, и тогда, да, в принципе, ее и довольно сложно на зиму укрыть и убрать. Если вот пару лет выращивать, побеги получаются очень высокие, жесткие, мощные, колючие, ну, их невозможно даже пригнуть. И за счет того, что сохраняются побеги и прошлых сезонов, и нынешнего, то цветут они, как вот у наших друзей в начале видео, с самого низа и до верха. Ну вот у нас получается так только цветущие макушки. Ну, это потому, что коротко обрезаем. Вот здесь видно, что роза после дождей проливных покрылась веснушками. Но, тем не менее, бутоны не замокают особо. Тут вот коричневый наверху бутон, это просто он уже в стадии отцветания, последние дни доживает. Вот. Но дождь, в принципе, не портит цветок. Ну вот он может покрываться веснушками. Это, в общем-то, характерно для многих роз светлых тонов. Также у Palais Royal отсутствует запах. Он есть, довольно-таки нежный. Утром даже, может быть, он поинтенсивнее. Но аромат к достоинствам этой розы не отнесешь. В целом, конечно же, сорт очень здоровый, мощно растущий, с профилактическими обработками вообще ничем не болеет. Там и без обработок-то многие говорят, что не трогают ничем. Если еще подкармливать хотя бы раза 3 за сезон, то сорт будет радовать таким мощным, хорошим цветением. Цветет в 2 волны, в июне и в августе. Каждый цветок держится на кусту приблизительно неделю, ну, за счет того, что нарастают постоянно новые бутоны.
около 3 недель, около месяца каждая волна длится. Но также у розы неплохая зимостойкость и под обычным укрытием. Если возможно, старую розу практически невозможно укрыть, только снизу. Зимует она хорошо. Сегодня у нас на этом все. До свидания, до новых встреч!